Студенческих программ, проектов, которые проходят в Эльмехе, это «Студлидер». Он в этом году состоится 25-26 сентября, буквально через пару недель, и туда приглашаются студенты первого курса. Давайте посмотрим, как это было. Елена, вы как куратор этого проекта, тоже ведь у нас кураторы проектов являются студенты, поэтому, может быть, и вы создадите свой проект, свою программу и будете через год на этой сцене ее уже представлять.